Итак, добрый день, меня зовут Дмитрий, я живу в Санкт-Петербурге, и сегодня я расскажу вам о том, что такое мобильный диджей. Но для начала я переоденусь. Итак, мобильный диджей, кто это? Что отличает мобильного диджея от обычного диджея? Давайте посмотрим. Понятие мобильный диджей используется во всем мире уже давно, но, к сожалению, в России до сих пор не называют вещи своими именами. Я думаю, пора это исправить. Итак, начнем с самого начала, самого главного. Мобильный диджей обычно работает со своей аппаратурой. Что это значит? Это значит, что мобильный диджей приезжает на мероприятие вместе со своими колонками, усилителями, микшерными пультами, световым оборудованием и всем тем, что необходимо для классной вечеринки. Фактически это означает, что дайте ему одну розетку, а в остальном он позаботится. На каких мероприятиях работают мобильные диджеи? Это могут быть свадьбы, корпоративные мероприятия, дни рождения, юбилеи, а также любые другие события, требующие специального музыкального сопровождения. Возможно, вы беспокоитесь о том, что диджей будет ставить неправильную музыку. Напрасно. Мобильный диджей – это профессионал. Он каждый раз готовится к конкретному мероприятию и подбирает музыку именно для него, согласно вашим пожеланиям, пожеланиям ваших гостей. Так что можете не волноваться, в каждый конкретный момент мероприятия будет звучать именно та музыка, которая необходима. Если вы все еще волнуетесь и у вас есть какие-то сомнения, вы можете всегда встретиться с мобильным диджеем до мероприятия, обсудить с ним все детали. Он вам расскажет о том, какой пакет услуг будет оптимальным в вашем конкретном случае. Расскажет о всех деталях, о всех тонкостях. Обычно заключается договор, вносится предоплата, и вы уже точно знаете, кто будет работать на вашем мероприятии и на каких условиях. Итак, если у вас все еще есть сомнения, давайте посмотрим, как это выглядит. Таким образом, мобильный диджей занимается музыкальным сопровождением мероприятий. Мобильный диджей привозит свое оборудование и проводит незабываемые вечеринки. Кстати, о вечеринках. Мне уже пора. С вами был диджей Дмитрий. Приятных вам праздников. Спасибо за внимание. До свидания.